В ауле Гюрюльде у Кожугутинского района полным ходом идет строительство современной школы. До этого не одно поколение выпускников ходили в старую, расположенную в здании 1925 года постройки. На данном этапе активно ведутся строительные работы фасада нового здания. Подробнее в материале Алихана Лепшокова. Спустя почти столетие здесь, в ауле Гюрюльдеюк, строится новая современная школа на 165 ученических мест, отвечающая всем современным стандартам образования. Строительство школы идет быстрыми темпами. Новое здание строится по современному проекту, в котором предусмотрена вся школьная инфраструктура. Учебные классы, актовые, спортивные залы, библиотека, столовая. Сейчас строителями полностью установлен фундамент здания и прикреплены плиты. Под плиты перекрытия, фундаменты все готовы. Сейчас идет перекрытие плитами и выводим на ноль для дальнейшего работ по кирпичной кладке. И в данный момент еще выполняется вокруг здания устройство дренажа для отвода грунтовых вод. Сейчас более 100 учащихся обучаются в средней школе аула Старая Джигута. Для жителей строительства образовательного учреждения является долгожданным событием. По словам строителей, данная школа не будет уступать современным городским, где педагоги и дети смогут организовать учебный процесс с максимальным комфортом. На данный момент мы занимаемся в Старо-Джигутинской средней школе. Нас возят автобусы туда. Никаких трудностей как бы там на месте учебы мы не испытываем. Все условия для нас там созданы. Но в любом случае, конечно, дорога из дороги, она и утомляет детей. Вот. Поэтому спешим, все спешим, и дети, и учителя, как бы поскорее прийти вот опять заниматься в нашей современной новой школе. Я бы хотела сказать, что коллектив «Старая Джигута» относится к нам очень хорошо. Но скоро зима, и поэтому у нас очень трудные дороги, и, наверное, будет сложно ездить каждый день. Я с очень нестерпением жду, пока нашу школу, достроят. На данный момент выполняются бетонные работы по устройству монолитных ригелей. Строители рассчитывают, что в этом году хотя бы провести кирпичную кладку первого этажа здания. Строительство школы планируется завершить к концу 2021 года. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Усть-Джигутинский район.